Хорошо. Итак, на данном мероприятии мы говорим о маркетинг-плане нашей компании, о том, что можно зарабатывать деньги вместе с компанией Skyway Capital, не дожидаясь момента выхода группы компании Skyway вместе с технологией Юницкого на мировой транспортный рынок и в дальнейшем в соответствии с пакетами долей компании, которые вы имеете на руках, на международные инвестиционные рынки, на рынке финансов. То есть это, по сути дела, ваш крупный доход в недалеком будущем, да, но партнерская программа – это то, что вы можете сделать уже здесь и сейчас. Иногда вот сейчас действительно, я сегодня слушал ту же Ирину Волкову, и действительно часто у нас партнеры задают какие-то вопросы, потому что мы уже говорили на разных мероприятиях, это будь то презентация, будь то маркетинг-план, что желательно работать в одном информационном поле, в одном информационном русле, чтобы не было каких-то лишних барсиков, лишней информации, чтобы люди не задавали вопросы касаемо каких-то внутренней биржи, там еще чего-то и так далее, так далее, так далее. Ну, в принципе, информация от компании всегда была такой, что зарегистрировавшись и приобретя пакет долей компании, что-либо сделать с этим пакетом можно в двух случаях. Первое, это когда мы выйдем на мировой рынок и транспорта, и финансов, да, и официально эти пакеты долей компании начнут котироваться на биржевых площадках. Дальше вы, как владелец данного пакета, сможете его продать часть пакета, подарить кому-то, да. И второй случай, это единственное, почему можно сейчас, точнее, может оказаться, что данный пакет может быть переоформлен на кого-то еще, это страховой случай, да, так называемый. То есть это даже не страховой, а случай наследства. Да? Но дай бог, что все вы жили долго и счастливо, и чтобы это не наступало как можно дольше. То есть данный пакет может перейти по наследству только в случае наступления, скажем так, смерти владельца данного пакета. Вот. И в том случае, когда пройдет полгода, как во многих странах, да, скажем так, вы предоставите нам все документы официально, это будет передано в компанию, в службу реестра, и дальше уже будет дано движение, что данный пакет может быть переоформлен на кого-то еще. Ну, на прямого наследника, да, в первую очередь. Наследников в прямой очереди, если таковых не будет, там, второй очереди, третьей и так далее, так далее, так далее. Вот. Те люди, которые задают вопрос, а как бы заработать денег быстро, да, вот, то я купил у вас пакет, как бы мне его быстро тут сейчас перепродать подороже и так далее, то есть шустрые, те, которые, скажем так, хотят оборачивать деньги моментально, да, для них и есть партнерская программа, в принципе. Если вы ловкий, если вы общительный, если вы активны, вот, ну, приложите свои усилия в развитии партнерской программы в нашей компании, помогите огромному количеству людей стать совладельцами пакетов долей компании, получить свой доход в недалеком будущем, серьезный доход, да. Ну и в принципе заработайте параллельно на этом денег, создайте источник дохода, причем источник дохода, который может увеличиваться от месяца к месяцу. Ну и по сути дела он тоже может быть остаточным, да. Хотя многие люди не верят, что вот в направлении таком, как у нас, может быть остаточный доход. Почему он может формироваться? Потому что, как правило, остаточный доход и постоянный источник дохода – это в бизнесе MLM, как правило, в тех компаниях, в которых есть товары либо услуги, которые периодически нужно либо обновлять, либо докупать товары. Да? Я думаю, вам это знакомо. В MLM-компаниях происходит, скажем так, приобретение товаров, начиная от зубной пасты, да, и заканчивая там товарами по уходу за здоровьем, за кожей, за домом, за чем-то еще. И либо услуги, которые вы можете оплачивать абонентскую плату какой-либо компании, у которой есть MLM-система распределения, скажем так, тех денег, которые люди платят за абонентскую плату, и вам, те, кто оплачивают каждый месяц, да, от этого идет определенный процент. Это может быть продажа там бензина, это может быть продажа каких-то интернет-сервисов, это может быть, скажем так, услуги, связанные там да с чем угодно. Вот. Ну, кроме полетов на Луну и так далее, да, потому что на Луну пока никто не летает. Вот. Поэтому у нас люди, пришедшие в наш бизнес, могут, скажем так, по своей мере возможности на сегодняшний день купить тот пакет, который они себе могут позволить. Это может быть 15-долларовый пакет, 25-долларовую рассрочку, это может быть 30-долларовый, 130-долларовый и так далее, так далее, так далее. Но в процессе развития проекта, пока еще есть возможность покупать эти доли компании, становиться совладельцами корневой технологии, становиться совладельцами компании, да, то есть вы становитесь ее совладельцем, покупая какую-либо часть долей. Вот. Периодически они могут докупать. Соответственно, вот купил человек 5 раз зарегистрированный вами в этом бизнесе, соответственно, с каждого его дальнейшего приобретения пакетов долей компании вы получаете определенный процент. Если вы строите партнерскую структуру и растет ваша квалификация, то у нас есть 2 квалификации, на которых от ваших личных усилий выплата прямого вознаграждения, можно назвать это другим способом, да, либо за привлечение инвестиций в нашу компанию непосредственно по вашей реферальной ссылке, она может увеличиться до 16 до 17%. И по мере роста вашей квалификации, у нас всего 6 ступенек, накопительный маркетинг-план, у вас увеличиваются проценты в глубине.
Потому что на первой квалификации это, скажем так, со второго уровня 4%, на второй ступеньке это 5%. И дальше идет рост, там, начиная с третьей, это 7%, да, то есть это 7%, я думаю, многие из вас легко понимают и считают, что это больше, чем 4%. Есть ли логика, да, в том, чтобы развивать партнерскую программу и расти в квалификациях? В принципе, есть прямая. Насколько активно вы можете развивать бизнес по партнерской программе там, или менее активно, зависит по большому счету от каждого из вас. Но есть важный момент. Опять же, возвращаясь к тому, с чего я начал, важно правильно доносить информацию до тех людей, которых вы хотите пригласить в проект. И, по сути дела, на первых этапах, если вы не имели большого опыта, если даже имели, кстати, большой опыт в MLM-бизнесе, то вам тем более показано рассказывать об этом не самому. Вот те люди, которые имели опыт в MLM, они меня поймут. Почему так? Потому что, скажем, сетевики, приходящие из других компаний, я, может, скажу грубо, да, их сознание изуродовано той информацией, которая у них была там. Она хорошая и так далее, но у них есть маркетинг-план, который был в тех условиях, да, у них есть продукт, который отложился, у них есть методика донесения информации, методика работы с той продукцией, которая была, либо услугами. Здесь все немножко другое. Вот. Интернет-проекты сейчас в огромном количестве появляются, обычные проекты на земле, так называемые, да, хотя сейчас все компании перешли в интернет. То есть, по сути дела, у каждой из этих компаний есть немного отличающиеся друг от друга способы работы, методика работы и так далее, и так далее. И вот это немного, да, которое отличается, очень много значит в плане построения структуры и получения дохода. То есть, вот этого маленького немножко может либо слишком переборщить вы можете, да, с информацией, которую хотели донести, либо наоборот немножко сделать так, как вы это делали там. Но это не всегда правильно по отношению к бизнесу, который развивается у нас. То есть проекты друг от друга отличаются, маркетинг-планы друг от друга отличаются. Соответственно, зачастую та математика, которая заложена в маркетинг-план, диктует те действия, которые предпринимают люди, сотрудничая с той или иной компанией MLM-бизнеса. Вот. В большинстве своем, в 99% из 100, люди, зарабатывающие очень много, практически все уже поняли, что по сути это дело, MLM-бизнес это не продажи в том виде, в котором мы часто их видим, да, что там стоят люди перед метро и предлагают вам салфетки компании «Белый кот», да, либо стоят люди со столами, предлагают вам купить у них косметику и так далее, и так далее. Вот таким образом не рекомендует работать ни одна MLM-компания, ни одна сетевая компания, ни один проект, связанный с партнерскими программами. Они говорят, ребята, не делайте так. Они все говорят, будьте пользователи того, что у нас есть, и делитесь информацией о том, как люди могут быть такими же пользователями, либо такими же людьми, которые могут зарабатывать деньги. Уходите от прямых продаж и так далее, и так далее. Благо еще наш маркетинг, он вообще не затрагивает тему прямых продаж, потому что у нас нет обязательств по маркетинг-плану, что вы должны делать ежемесячные объемы какие-то структурные, ежемесячные там товарообороты личные и так далее, и так далее. Зачастую такие обязательства в маркетинг-планах толкают как раз-таки людей на те способы, которые мы видим на улице. Да, нахождение по офисам, там, например, обычных компаний, и говоря, что у нас сегодня, скажем так, 37 лет и 3,5 месяца нашей компании, у нас удивительные скидки, если вы у меня купите вот это, то это будет стоить вот столько-то, а если вы возьмете еще вот это вот гамбузом, то это все у вас будет стоить еще и дешевле. После чего люди пишут на дверях, что просим, скажем так, дистрибьюторов сетевого маркетинга не заходить к нам в фирму с целью не получения физических увечий. Понимаете, да? То есть любой бизнес нужно делать правильно. На баяне, на рояле нужно играть так, как нужно играть, как обучают те люди, которые это умеют делать. Вот. И я думаю, что никто из вас, приходя в зал, например, да, атлетической гимнастики, если вы ни разу там не занимались, не бросали железо, и там есть квалифицированный человек, который вам может подсказать пока бесплатно и прочее, вот, он вам советует сделать каким-то своим образом, но вы пытаетесь это железо тянуть там другим способом, чтобы надорвать себе спину. Либо кататься на коньках вы учитесь у того, кто это умеет делать. Да? И вот основное, наверное, правило построения структуры, основное правило развития бизнеса в MLM-программах – это простота и следование простым шагам, которые умеет делать ваш наставник. Вот. Благо у нас есть люди, умеющие делать шаги в MLM-бизнесе, есть люди, которые умеют вас, могут вас научить делать эти простые шаги, какие вопросы нужно задать и вообще, скажем так, что вы несете в мир. Да? Несете не в плане того, что говорите ерунду, нет, несете это то, что вы… У вас есть в руках, есть в вашей душе, есть в вашей голове, и что вы несете этому миру, предлагая возможность стать партнером компании Skyway Capital. Вот это важно. Важно, чтобы вы сами относились к тому, что предлагаете с уважением. Да? Если вы стесняетесь, если вы боитесь, если вы подспудно думаете, что вы какой-то там аферист, лучше этого не делать. Потому что, поверьте, те люди, которым вы будете это нести, они будут думать точно так же.
У вас это будет во взгляде, у вас это будет в жестах, вы будете дергаться, потому что в большинстве своем, там 90 с лишним процентов людей, назовем так, это условно честные люди, да? Почему условно? Потому что мы иногда, будучи взрослыми, врем своим детям. Ну, давайте быть честными. Вот. Мы иногда, скажем так, не говорим всей правды своим родным, близким и так далее, по одной простой причине. Где-то мы боимся быть осмеянными, где-то мы боимся сказать правду, чтобы, скажем так, не дай бог, ребенок раньше времени не узнал чего-то такого, что ему знать не надо, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И как я говорил, наш бизнес точно так же строится с открытой душой. Наш бизнес – это бизнес, скажем, ознакомления людей с тем, что у нас есть, и ни больше, ни меньше. Ваша работа здесь – это информация. И ваша работа здесь – это научиться эту информацию доносить, да, и при этом еще становясь, ну, человеком, может быть, более высокого уровня, чем вы были до того. Я вот не хочу сказать, что мы здесь какая-то кузница переделывания людей, ни в коем случае, потому что и тот же Рэнди Гейдж, которого я очень уважаю, он говорит: ребят, ну, во-первых, за один день нельзя стать другим, да, если вы раньше не работали ни по одной партнерской программе, а сегодня пришли и решили там заработать за год там 100 тысяч долларов, грубо, да, вот я такую цифру беру, что вот у вас цель такая и прочее, вам нужна, например, квартира где-то. Ну, за 100 тысяч долларов можно купить однокомнатную даже в Москве, кстати. Даже кое-где в Москве можно за 100 тысяч купить сейчас и двухкомнатную квартиру. Так вот, работа в MLM-бизнесе, да, создание своего бизнеса, получение высокого дохода здесь – это процесс. И он не происходит за один день. Вот. Вам самому нужно осознать, что вы несете, опять же говорю, в мир. Да? Вам нужно это делать, желательно, в тесной связке со своим наставником. Вот. Если у вас получилось так, что вы работаете и зарегистрируетесь через интернет, у вас не было человека, который вас с этим познакомил из вашего ближайшего окружения, лучшее, что вы можете делать, это посещать мероприятия онлайн, если в вашем городе не происходят живых презентаций. Если таковые происходят, в разделе «События» найти, когда и какого числа в вашем городе будет проходить мероприятие, там мы еще пишем телефоны людей, которые ответственны за это мероприятие, прийти с теми людьми, которых вы хотите ознакомить с данным проектом, чтобы они это услышали не от вас. Вот. Как пригласить и прочее, это, скажем так, ну, наверное, не тема сегодняшнего вебинара. Да? Одно время при предыдущем маркетинг-плане и при начале перехода на работу, скажем так, с этим маркетинг-планом, я на мероприятиях, касаемых маркетинга, давал примерные схемы, сколько вы можете зарабатывать, там, да, сделав простые шаги. Возможно, мы в ближайшее время это тоже возобновим. То есть у нас помимо слайдов по презентации ролика, который я сейчас обычно показываю, чтобы не загружать ваше внимание своим присутствием, да, вот. Мы, может быть, даже рассчитаем, там, как заработать 100 долларов, 500 долларов, там, 1000 долларов, 2000 долларов. Кстати, если вы сейчас здесь находитесь и меня все-таки слушаете, напишите в чате, надо ли это сделать. Да? Потому что людей, скажем так, проценты, да, вот там, наверное, не всегда мотивируют, не все сразу схватывают информацию о том, что вот, ага, 15% с первого уровня, что же мне нужно сделать? Это оказывается, чтобы заработать те же там, 150 долларов, это нужно пригласить 10 человек по 100 долларов, которые инвестировали в наш проект, у вас будет 150 долларов с первого поколения. Ну, в таком вот плане, да? Я смотрю, плюсики поставили два человека, соответственно, наверное, стоит такие слайды нарисовать и просто показать, что это может дать людям, когда они будут предпринимать какие-то шаги и показать. Я это дело еще показываю по первым рассрочкам, когда у нас только появились, да, то есть если люди там у вас оплачивают рассрочку 25 долларов в месяц, на 10 месяцев, если у вас таких людей там трое, то на квалификации одной вы получаете такие-то. Те из вас, кто был, кстати, на таких вебинарах, можете поставить плюс, если кто-то помнит еще. Да, это было где-то около года назад. Потом я просто от этой практики отказался, потому что, скажем так, то ли людей колбасить начинало, когда я им показывал эту информацию, то ли что-то еще, но тем не менее всегда можно вернуться. Новое – это хорошо забытое старое. Сейчас же я хочу включить ролик, да, который рассказывает непосредственно о маркетинг-плане нашей компании. Вот. И предлагаю вам после просмотра этого ролика задать мне вопросы, если таковые имеются. Вот. И поговорим в конце уже, скажем так, о тех сложностях, которые у вас могут быть. Кстати, если сложности какие-то у вас есть, вы можете их писать уже сейчас. Трудности, которые возникают при работе и так далее. Потому что если у человека нет трудностей, то у него, по идее, должна активно развиваться партнерская программа. А если почему-то тормозится развитие, да, и что-то еще, значит, есть какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание. В собственных ли действиях, да, либо там от компании вам чего-то не хватает. Вот если вы напишете это, ну, будет очень здорово. Я включаю ролик и не прощаюсь с вами. Партнерская программа компании Skyway Capital представлена согласно 8-му этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер,
Эксперт – топ-эксперт. Клиент – любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «партнер». Партнер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 4 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 4%, с 3-го 2%, с 4-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 5 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 5%, с 3-го 3%, с 4-го 2%, с 5-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $200. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 6 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 3%, с 5-го 2%, с 6-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее, с учетом личных инвестиций, $10000. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 20 уровня. С 1-го 16%. Со 2-го 7%. С 3-го 5%. С 4-го 4%. С 5-го 3%. С 6-го 1%. С 7-го по 9-й 0,5%. С 10-го по 20-й 0,2%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее $10000. В структуре есть 3 эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $30000. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С 1-го 17%. Со 2-го 7%. С 3-го 5%. С 4-го 4%. С 5-го 3%. С 6-го 1%. С 7-го по 9-й 0,5%. С 10-го по 20-й 0,2%. С 21-го по 24-й 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 50% от общей суммы бонусных начислений.
С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. За купленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. За купленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Вот такой маркетинг, коллеги, то есть он достаточно прост, он действительно, скажем так, разобраться в этой информации не составляет никакой сложности даже для человека, у которого не было пятерки, там четверки по математике в школе, да, потому что здесь фиксированы выплаты с уровней, которые здесь есть, и в принципе все, что проделано вашими партнерами там в течение дня, в течение часа, в течение там какой-то минуты, просто от этой суммы, которая осуществляются инвестиции в каком-либо поколении в глубине от вас, идет процент, закрепленный за этим уровнем. Вот и все. Что еще хотелось бы добавить к этому ролику, то что у нас маркетинг-план относится к маркетинг-плану мгновенных выплат. Да? Одно условие, те партнеры, которые у вас осуществляют оплату, они должны быть верифицированы. Да? То есть если потом человек верифицировался и потом в каком-либо месяце себе купит что-то еще, вы мгновенно получите начисление на свой бонусный счет. И важный момент, то что квалификацию, которую вы выполняете, например, были вы партнером, стали вы консультантом. Соответственно, через буквально в течение нескольких минут вы становитесь консультантом, и с этого момента у вас открывается еще один уровень глубины, вы помните, условия меняются, да, и добавляется процент во втором поколении, процент в третьем поколении, процент в четвертом и так далее. То есть с момента выполнения квалификации вы сразу поднимаетесь на следующую ступеньку, начинаете зарабатывать больше с того товарооборота, который начинает создаваться с того момента. Практически во всех компаниях MLM-бизнеса это происходит в лучшем случае раз в неделю, таких компаний немного, а в большинстве компаний вы получаете следующую квалификацию либо по результатам работы за месяц весь, даже если вы выполнили квалификацию первого числа, да, то вы получите в следующем месяце эту квалификацию. А есть огромное количество компаний, где квалификация присваивается по итогам работы не за один месяц, а за два, за три, за полгода. То есть вот такие вот условия. У нас они отсутствуют. Соответственно, маркетинг очень демократичен, очень прост, и вы можете, скажем так, продвигаться, по сути дела, по нашему маркетинг-плану, расти в квалификациях только в одном направлении. Потому что маркетинг, как я вам сказал, накопительный, вы никогда не падаете вниз, вам никогда не нужно будет подтверждать какую-то там квалификацию, да, вы видели в ролике, это тоже сказано. Вы выполнили квалификацию лидер, например, соответственно, меньше, чем на лидере вы получать не будете. Вы будете добирать там до 6 уровня глубины, который там есть, да, вы будете получать те проценты, которые положены, глубже не будете. Если в глубине вашей структуры кто-то достигнет квалификации выше, чем ваша, ничего страшного нет.
практически во всех, ну не во всех, но в большинстве компаний MLM бизнеса, если в вашей глубине кто-то достиг вашего ранга либо выше, вы либо прекращаете вообще оттуда деньги получать, да, с сегмента этой структуры, либо получаете гораздо меньше, либо вам нужно выполнить какие-то дополнительные условия, чтобы хотя бы что-то оттуда получить. У нас этого нет. То есть лидер 6 уровней, пожалуйста. Хотите больше? Сделайте немножко больше. Какие есть, коллеги, вопросы ко мне? Да, вот я говорил, что в процессе ролика те из вас, кто испытывает какие-то трудности при работе по маркетинг-плану, при построении партнерской программы, могут написать свои вопросы, сомнения, тревоги, печали, да, и так далее, и так далее. Но никто не написал. Вот. И из этого я делаю вывод, что, в принципе, все, кто сейчас находится в комнате, вы владеете этой информацией, вы, скажем так, легко развиваете партнерскую структуру и так далее. Не буду задавать провокационный вопрос. Может, кто-то из вас догадался, что как бы он прозвучал. Кстати, я бы хотел услышать ваши варианты, что я вас хотел спросить. Напишите что-нибудь, нет? Да, Светлана, возможно, проблема в мотивации партнеров, но вы знаете, да, даже если вы хорошо промотивированы сами, вот, и даже если вы являетесь мотиватором, что есть на самом деле, да, вот, есть важный элемент, это внутренняя мотивация партнера. Вот если она достаточно низкая, если он даже зажигается на какое-то время на ваших мероприятиях, а потом буквально через 20 минут после его окончания тухнет, ну, ничего, наверное, сделать невозможно, да, потому что все-таки все касается... Почему мы и говорим, да, вот простота, скажем так, наших действий, потом все-таки поиск партнеров таких, которым в жизни чего-то надо, и вторая, скажем так, категория из тех, кому в жизни чего-то надо, тех, кто еще готов что-либо делать, да, потому что, скажем так, надо всем практически, нет, есть те, которым не надо, их очень мало, есть те, которым надо, их очень много, и есть, скажем так, из тех, кому чего-то надо, гораздо меньше процент тех, кто готов чего бы то ни было делать. Вот. А вопрос я хотел задать следующий, да, вот если вот никто не задал вопросов, никто не написал про трудности и так далее. Вот. Я уже говорил на своих мероприятиях, что по сути дела все онлайн-мероприятия это инструменты для развития вашей структуры, для развития вашего бизнеса. Да? То есть, если у вас бизнес развивался бы нормально, если бизнес развивается, скажем так, динамично, соответственно, каждый день появляется какое-то количество новых партнеров. И чтобы самому не надрывать свои связки, вы могли бы этих людей приглашать на данное мероприятие, и они бы просто получали бы отсюда информацию. И это было бы хорошим подспорьем для вас. Соответственно, вы начали мотивировать. Знаете, Тана, вот не надо никогда заниматься тем, чего делать не нужно. На каком же форуме вы кого-то хотели промотивировать? Тем более, вы можете находиться на форуме, где половина людей боты, да, которым вообще ничего не надо, которые просто тратят время в интернете и так далее. Как же вы их промотивируете? Лучше выйдите к метро, если у вас есть, да? И цепляйте за руки живых людей. Толку будет больше. Потому что вы глаза людей будете видеть, да, и если они вас послали, вы, по крайней мере, будете видеть, что они вас послали. Они занимаются фигней, не переливают, скажем так, пустое в порожнее. Вот. Если вы кого-то пытаетесь убедить на форуме, сделать один шаг в своей жизни, да, возьмите 5 вопросов из книжки «Сетевой маркетинг. Что это?» Афера, пирамида, либо система распределения товаров и услуг, и просто позадавайте эти вопросы людям, которые вас окружают на улице. Выйдите гулять в парк, и те, кто не очень спешит, просто подойдите и скажите, вы знаете, я смотрю, вы не сильно торопитесь, у вас найдется пару минут ответить на мои вопросы. Если человек вменяем, он скажет, да, ну, смотря что за вопрос, он может сказать еще что-нибудь. Вы скажете, они несложные, они даже прикольные в какой-то степени. И задайте 5 вопросов. Подсказать, какие вопросы? Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, MLM бизнес это пирамида, афера или способ распространения товаров и услуг? Это первый вопрос. Второй вопрос очень простой. Скажите, а вы знаете, чем отличаются MLM компании от финансовых пирамид? Третий вопрос. Назовите, пожалуйста, те компании MLM бизнеса, которые вы знаете. Четвертый вопрос. Как вы считаете, может ли обычный человек зарабатывать большие деньги в MLM бизнесе? И пятый вопрос.
Скажите, пожалуйста, вы бы сами хотели стать MLM-щиком или сетевиком? Все. Я это проходил, я это делал. Вы знаете, весело до опупения. Первый раз страшно, а потом, когда ты начинаешь слышать, что тебе говорят люди в ответ, ты понимаешь, что, скажем так, КВН, Comedy Club или что-то еще, это, скажем так, цветочки по сравнению с тем, что вы будете видеть и слышать. Вот если вы не боитесь этого сделать, а если боитесь, тем более сделайте. Перешагните через это, да, и вы через какое-то время перестанете бояться людей. Но это если вы хотите. Опять же, я никого не могу заставить это сделать. Это просто вот хотите, потренируйтесь. Есть один из способов, вот Светлана рассказывает на своих вебинарах, и я думаю, большинство из вас знают, да, это как увеличить список знакомых, которых вы можете пригласить в бизнес. Это вот опрос населения, либо там называется, как его, экспресс-опрос, или вылетело слово, представляете? Вот. Анкетирование, да? Да, соцопрос, анкетирование там и так далее. Но вы знаете, анкетирование с анкетой тоже вот, я могу сказать, мое ощущение, да, вот чисто внутреннее. Я сам, мне интересно общаться с людьми, я люблю разговаривать там и так далее, и так далее. Ну, не очень люблю, когда ко мне подходят с какой-то анкетой и так далее. Вот когда я про эти 5 вопросов вам сказал, вы просто можете запомнить их наизусть, да, ручка у вас может быть в кармане где-нибудь, может у вас есть визитка, либо там маленький блокнотик. Вот, если человек вам вменяемо ответил и в конце даже сказал, вы знаете, я бы, может быть, и рассмотрел вопрос, это возможность получения дополнительного дохода. Вы взяли и тут же записали его телефон, там скайп, электронный адрес, либо что-нибудь еще. Ну вот с анкетой и планшетом подходить на улице, да, тем более бывает, вот такие вопросы можно даже задавать вопрос семьям. Но только когда вы видите, что у людей вменяемое выражение глаз, они улыбаются. Да? Если идут люди, окрысившись, скажем так, и взирая вокруг с таким серьезным серым лицом, лучше их ни о чем не спрашивать. Видите, Татьяна пишет, что окружение слушает и включается с интересом. Есть очень важный момент, Татьяна. Да? Дело в том, что я говорил об этом, и я думаю, вы с этим сталкивались не раз. То есть, если вы человек, который, скажем так, в своей жизни многим делали много положительных вещей, если у вас есть определенный авторитет, сложившийся вокруг, да, то есть у вас есть определенный имидж, и люди к вам относятся определенным образом. Вот. Если у вас действительно этот авторитет есть, то у вас очень высока вероятность в том, что бизнес будет строиться легко. Вот. Но все равно, даже в этом случае, я вам просто рекомендую, да, потому что есть очень важный момент. У вас это строится легко. А могут ли люди, которые вы зарегистрируете, которые покупают что-то, повторить все то, что делаете вы? Вот если вы твердо можете мне сейчас ответить, что да, все то, что я говорю, все то, что я рассказываю, почему у меня регистрируются люди там и так далее, да, легко повторить, и люди это могут делать точно так же, я могу вас поздравить. Если нет, то вы можете быть успешным, вы можете зарабатывать большие деньги, но ваш бизнес, он обречен на то, что вы будете нужны везде. То есть без вас он не будет двигаться. Поэтому вот если у вас уже, если вы лидер, значит, у вас есть уже какое-то количество людей, какой-то коллектив, ваша задача обучить их тому, что делаете вы. И чтобы они без вас это легко делали. Вот если так происходит, отлично. То есть, в принципе, тогда это будет двигаться. Есть еще какие-нибудь вопросы, коллеги? Потому что, в принципе, то, что мы хотели сегодня озвучить на данном мероприятии, оно озвучено. Поговорить о способах, там, о каких-то методиках развития бизнеса и так далее, да, это можно, но... Нет, я понимаю, что лидер не предел, но давайте похлопаем там, скажем так, мысленно, либо даже просто громко Татьяне, то, что она лидер. Я считаю, что это хорошо. Человек находится на третьей ступеньке нашего маркетинг-плана, осталось еще три. Да, вот я рекомендую, там, хочу Татьяне пожелать, чтобы она быстро стала топ-экспертом и так далее. Вот. Ну и важно, чтобы ее команда, которая, чтобы она росла там не по дням, а по часам, действительно делала все то, что делает Татьяна, чтобы они умели этому научиться легко и научить тех, кто приходит за ними. Вот я вам этого желаю. У меня же на этом все, коллеги, наверное, да? Да, Светлана правильно пишет про эту ситуацию. Поэтому мы и говорим, что лучший вариант предоставления информации своему окружению – это использование наставника, использование инструментов онлайн-мероприятий и живых мероприятий. Вот. Лучше этого работать ничего не будет. Потому что вот, ну, он может быть действительно уважаемым там слесарем 7-го разряда, либо 6-го разряда, либо кем-то еще, но люди не будут воспринимать информацию об инвестициях, о технологиях, там, о чем-то еще. Они его могут уважать как человека, а если ему, скажем так, человек, который донесет информацию, его наставник,
квалифицированно кратко расскажет о проекте и скажет, что вот он классный, он здесь уже добивается успеха, он быстро все схватывает на лету, и тебе повезло, что у тебя такой наставник, вот тут это важный элемент. Вот. Если так делать, то тогда все будет отлично. Итак, друзья, спасибо вам большое за внимание. Завтра у нас в 17 часов презентация будет в вебинарной комнате. Завтра в 19:30 у москвичей и подмосквичей состоится живая презентация. Поэтому, если у вас таковые имеются, зайдите на наш сайт Skyway Capital. Там выложена новость и регистрационная форма. Пусть люди регистрируются и приходят к нам сюда, в гостиницу «Татьяна», где мы с удовольствием расскажем о том, чем мы занимаемся. Какие возможности предлагаем и что у нас есть для людей, которые проживают. Да где бы они ни жили, важно, что у нас эта возможность есть.